Доброе утро, ранёхонько! На часах 5 утра, и мы приехали сюда, на железнодорожный вокзал Могилёва, чтобы встретить поезд из Москвы. Ведь именно в нем приедут знаменитые артисты фестиваля «Золотой шлягер». Надеюсь, мы будем первыми, кто с ними поговорит. Так рано на вокзал приехали не только мы, а еще и водители, ведь им предстоит встретить именитых звезд. Вот, например, Томас Невегрин поедет в Могилев на таком шикарном рейндж-ровере. Кого вы будете вести на «Золотой шлягер»? Александра Панайотова. Александра Панайотова. Любите его песни? Конечно. Какие знаете? Вы сейчас издеваетесь или что? Я понимаю, раннее утро. И все-таки вести звезду – это почетно, это волнительно наверняка. Ну, обыденно, наверное, очень. Каждый день интересно. Звезд таких возите, ну, да? Не каждый день. Просто интересно человеку показать наш город, чтобы он хорошо здесь провел время, порадовал наших могилевчан. Ну и все прошло хорошо. Здравствуйте. Звезды шлягера у вас? Да. Как доехали? Замечательно, спасибо. Не капризничали? Да нет. Вели себя спокойно, какие-то требования предъявляли? Нет, как все пассажиры. Как все пассажиры. Но вам удалось пообщаться с ними? Да. А в каком они настроении? С утра бодрые. Здравствуйте, это Николай Трубач, первый выходит. Я первый. Здравствуйте, Николай. Доброе утро. Добро пожаловать на фестиваль «Золотой шлягер». Ничего страшного. Скажите, как добрались? Прекрасно. Компания замечательная. С некоторыми давно не виделись, поэтому... Пели шлягеры какие-то? Не, ну что вы. Мы приличные артисты, мы не поем в поездах. Хорошо. Обратно, может, поедем, будем петь, конечно. В ожидании Николая Трубача даже луна в Могилеве стала голубой. Это утро доброе для вас? Безусловно, доброе, потому что я вообще люблю этот фестиваль. Я уже лет, я так понял, я однажды чуть не выиграл этот фестиваль когда-то лет 14 назад. И я безумно рад, что меня помнят до сих пор и ждут на этом фестивале. И я очень рад сюда приехать. Скажите, с какой песней у вас ассоциируется это утро? Ой, темная ночь. Чего такая песня? Почему-то так. Темная и холодная. Да. Надеюсь, дальше будет теплее. Спасибо. Спасибо. В Могилев уже приехали Николай Трубач и Александр Панайотов. Надеюсь, Вячеслав Малежик и, например, Томас Невегрин, ансамбль «Лейся песни». Мы тоже их увидим, и нам удастся с ними пообщаться. Доброе утро. Как прошла ваша поездка? Шикарно. Еще бы часика два бы. Часика два поспать, не выспались. Проехаться, да. Ну, сейчас мы догоним. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Добро пожаловать в Могилев. А мы вас ждали. Ваши песни с Инсвинго очень ждем на нашей сцене. Спасибо большое. Как вы добрались? Очень. Я готов. Вы готовы выступить? Да. Готовы выступить. Я тоже. Я рад приехать на фестиваль. У вас здесь холодно, поэтому я буду петь более быстрые песни, чтобы мы согрелись, и, надеюсь, мы будем скоро танцевать. Конечно, 3 градуса тепла всего лишь в Могилеве в 5 утра. Но я надеюсь, наших артистов это не побеспокоит, мы согреемся на их концертах. А еще мы знаем, что вы буквально на днях женились. Мы вас искренне поздравляем с этим. Спасибо. Спасибо большое. Вы приехали в Могилев с женой, с супругой? Я только с моим брат из Дании, и моя жена ведома. То есть вы с супругой и с братом из Дании, да? Жена осталась в Москве. Жена осталась в Москве. Приехал Томас Невегрин сюда со своим братом. Привет, очень приятно познакомиться с вами. Я надеюсь, что наша могилевская земля, могилевская сцена оставит у вас хорошее впечатление. Спасибо большое. И скажите, еще такой вопрос. С какой песней у вас ассоциируется приезд в Могилев, приезд в Беларусь? Я хочу 10, но у нас есть только время для 3. Может быть, «Since You've Been Gone» и «Every Time». Обязательно. И, может быть,
«Ай-яй-яй». Это дуэт с Агутин, но... Это которая «Ай-яй-яй». Да-да-да. Ничего не получается там, да? Да, Я надеюсь, у нас сегодня все получится.